Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, это наушники AirPods Max, и сейчас я покажу вам, как включить режим шумоподавления на этом устройстве. Итак, для этого нам нужно перейти в настройки Bluetooth. Переходим в настройки Bluetooth, после чего, видим, здесь есть AirPods Max, к которому мы сейчас подключены. Нажимаем на кнопочку «И». И видим, что здесь есть несколько режимов. Прозрачность, шумоподавление, ну и полностью все выключено. Если мы включаем режим шумоподавления, он говорит, что нужно сначала надеть наушники на уши, чтобы включить этот режим. Я попытаюсь это как-то симулировать, надеть я на уши, но не получится. Ладно, придется мне надеть наушники на уши. Вот. И сейчас нажимаю на кнопочку шумоподавления. О, елки-палки, я сам себя почти не слышу. Ну и, собственно, все, режим шумоподавления был успешным, включен. Спасибо большое за просмотр этого видео, ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч, до свидания.